В Химках уделяют большое внимание транспортной обстановке. В частности, власти округа борются с пробками. Проезжую часть по улице 9 мая расширят на 5 метров. Работы уже начались, и вскоре там появятся 4 полноценные полосы. На данном участке 9 мая производится работа по уширению проезжей части на 5 метров. Для увеличения пропускной способности и уширения проезжей части с противоположной стороны до нормативного состояния. Действительно, противоположная сторона проезжей части сужена. Двум машинам там разойтись проблематично. Сотрудники Химдора доведут ширину дороги до необходимых 15 метров. На противоположной стороне, где мы стоим, там не по нормативам вот эта полоса. Потому что если едет легковой транспорт, а грузовой, то они там просто не проходят. Ситуация какая? Химдором администрации принято решение от 80 погонных метров все это дело расширить. По словам автомобилистов и жителей близлежащих домов, пробки на этом участке дороги катастрофические, поэтому расширение просто необходимо. Особенно, когда оттуда едешь, поворачиваешь налево, то проблемно. Все, что делается, к лучшему. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, отмечают, что с расширением проезжей части на улице 9 мая движение для автомобилистов станет более комфортным и безопасным. Расширение улицы 9 мая позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, что очень актуально в часы пик. Также транспортный поток, который осуществляет движение с улицы 9 мая на Юбилейный проспект, сможет выполнить поворот направо, затратив на это минимальное количество времени. Конечно, это повлияет и на безопасность. Ведь чем меньше водитель будет осуществлять перестроений на дороге, тем будет безопаснее для всех участников дорожного движения. Работы по расширению дороги на 9 мая планируется закончить до 10 августа.